за дорогу принял позицию? Да, конечно. ДТВ настроил? А, не могу вызвать меню ДТВ. Ну что, сумел? Да. Да, получилось. Кантер, грузите машину. Мип, ты вдавай, говоришь. Мощность на ДВшке поставьте 5 километров. Хаммер, прием, это Боб, как ты не слышишь? Слышно. Хаммер, на связь, прием. Боб, слышу тебя. Хаммер, это Боб, ты меня слышишь, прием. Боб, еще раз слышу тебя. У меня просто бардак здесь. Слушай, в тиоспеке напишите, что делать. Я просто всех слышу. Я ни хрена не слышу. У меня просто курятник. Послушайте, это пиздец просто. Вот что, это что такое, блядь? Жук один на связи. Слышь, как мне плагин отключить? Что мне делать? А, хорошо, сейчас. Короче, будак за дальней рации, похоже, будет молчать. Юджин, скинь мне еще раз, а у меня пиздец курятник, я в скайп зашел. Как-то можно попросить сервера открыть на время? У нас человек предохрил. Эксарон, слышишь? Кипер, готовься, что у нас не будет Гриффина. Боб меня слышит? Боб на связи? Блять, как они с этой херней играют? Нормально, просто... Проблемы, как уже сказано, нужно решать заранее.
как отрезку до Росмана добраться? Похоже, это есть та позиция. Да, это она и есть. Фокс, разведка на связи? Да, на связи. Вы на позиции? Подходим к точке. Перегнуться до выхода на высоту. КП на связи? КП на связи. КП, вы на позиции? Тоже через 3 минуты уже выйдем. Ни хера сюда не видно. Она просто по этому. По видимости не подходит. Как слышишь меня? Слышу тебя. Посмотри, залезь внутрь, не выглядывая, и покрути башни командирской. Посмотри, ты должен видеть что-нибудь на 210-220, короче, за контейнер. Ну я вижу саму вершину, как бы, контур ее, но конкретно какой-либо объект на ней просто невозможно разглядеть. Я сейчас немного перегоню танк, ты чуть больше должен видеть. Жук один на связи. Поставь на нас маркер, как только перегоню, я сразу его оставляю. Так точно, на позиции. Майк, ПДВ только что вызывали, я сообщил, что мы на позиции уже. Ага, хорошо, Будах. Вот так вот, как тебе видно? А, Рейзер, я по дальности видимости не вижу. МДЖ. Дальность видимости не позволяет, ты слышишь меня? Да, слышу. Так, у меня опять проблемы с этим Сакра, он опять тупит. Джей, если от меня не будет этого, ну ты понял, докладов, садись на командор, в смысле, водил. Хорошо. А, Будах, как еще раз это меню рации вызвать, этой гребаной? Alt Shift Kill. Alt Shift Kill. Принял. Мы выкатывались на 240, где-то пойдем тебе показывать на связи. Слышишь меня? Вылезай, пойдем покажу, куда выкатывать. Может, лучше тебе пересесть на мехводы и
так привести нас? Нет, пусть танк остывает, зачем? Вот отсюда вся долина. Отсюда вся долина просматривается, слышишь? Угу. То есть мы вообще просматриваем. Лализар. Вот здесь мы стояли, выкатывались и закатывались, работали по этому, по докладам отсюда. То есть вслепую вообще не выглядывали. Главное, доложи, что мы не видим 23-26. Так, похоже, наши птурщики без птура. Но это ВКВЖ. Возвращайтесь быстрее к танку, мне тут одному неуютно. А, не переживайте, недалеко еще рьешники на БМП. А что если мы танк подгоним немного на юг, к этим бетонным кругам? Мы можем рискнуть, я не знаю. Нет, не стоит, там плохая позиция. По крайней мере, пока туда не стоит подгонять. Жук один вызывает танк СФ. Жук один вызывает танк СФ. Прием, нас кто-нибудь слышит вообще? Слышу вас, Жук. Мы не наблюдаем высоту. Высоту 23-26 мы не наблюдаем. Мы не можем ее наблюдать вообще. Радуй был на связи. Скорее бы пофиксили. Радуй был на связи, прием. Радуй был, у вас там все тихо? Ну, пока да, прием. Так, это ПТ-группа, все окей. Пусковая установка есть. Принято. У противотанка все-таки есть ПТРК. Танк СФ. Танк СФ на ДВ. А, танк СФ. Это Жук-1. Мы не наблюдаем высоту 23-26. Принято. Танк СФ, вы наблюдаете Сангенахт и Гаспанди со своей позиции? Сейчас запрошу. А мне нравится акро, прикольно звучит. Да просто прекрасно как. Просто не нужно на комбе всякое говно держать, поэтому будет все нормально работать. Минус, прием.
Сэр, я слушаю. Нет, вы что-то этого говорили. Проверка. Чек. Кто это? Фокс, на связи? Да, на связи, у нас спокойная обстановка на юге, никого не наблюдаем. ГБ на связи? АФК 30 секунд. Ага, принял. Рейзи, прием. Слышу. А, ну все. Рейзи на связи. Хорошо, хорошо. Что ты с нами? Джей, все нормально, встал? Нет. Блин, не знаю, МДЖ. У меня, во-первых, FPS жутко просто низкий. Я все вниз выкрутил, эта сука все равно тормозит. А, ты там, короче, в АЦ настройках уничтожь дистанцию. Первый подтверждён на связи. Блин, раньше с 5 километрами нормально все было. Да потому что это ВКВЖ, блядь. Сейчас какая-то херня вообще полная. Это ВКВЖ, там же гражданских ботов. Первый ПТРК. Я на карте, чтобы случайно тачку не двинуть. И я снова тут. Танка своего господи наблюдаете? Или хотя бы Лавизар? Слышал меня, МДЖ? Да-да-да-да. Бля, опять никого не слышу. Первый ПТРК, наблюдаю, господин. Вообще без... Рейзи, меня слышишь? Первый ПТРК, у вас противник не обнаружен? Нет, не вижу. Рейзи, ты меня слышишь? Тепловизора у нас нет. У нас конкурс. Отделение КНД на связи. Потому что мы молчим. А, окей. Я уже этой штуке не доверяю. О, вот это полезная херня. Чат отключить. Где? А вот, кому мешает чат, настройки игры, отключить субтитры. Отделение КНД на связи. Лучше пусть... Лучше видеть, что они пишут. Приём. Будет полезно. Слышу. Вы расположились в южный зал? Да, мы на позициях. Микрон с ГБ, кстати. Они прям на Гурдуре. Точнее, не на Гурдуре, а где-то северо-западнее от него. А, ну чё, Роди, стало у тебя нормально это? Да, вот, кстати, МИП дельные вещи говорит.
Будах, а поворот башни и зенитного орудия это на аккумуляторе? Теоретически, да. Это танк СФ. У нас обзор плохой с нашей позиции. Текущий. Какие направления видите? Частично Лализар. Что, договорили, ребят? Я не слышал. Мы молчим. Нет, нет, нет. У нас радиопереговоры слушаются. Там будет намного лучше обзор. А так мы за горой ничего не видим, 200 метров. Мы только видим. Я тоже. Что-нибудь. Молодец, Будок, спасибо. Зря, кстати, в ангар не загнали по танк МХО. Там было бы прикольно. Я вас слышу. Оп, слышу. Забавно будет, если они будут сейчас формировать колонну 2 часа и потом ехать медленно-медленно к нам. Это будет нормально. Лучше так, чем неорганизованная толпа, как налоги. Ага. Я сейчас заправляться буду 2 часа. Ой-ой. Боже, я представляю, как этот, как Будда хотел бы играть с ними. Ой, да не то слово. Так пошел бы к седьмым, чё? Седьмые не торт. Седьмые натушены. Нет, седьмые здесь сейчас, нет? Они за седьмые. Так они пришли на вент, и все. Танк СФ может сдвинуться к 21-25. Кстати, Алекс Кру говорит, что на доминашку седьмые забегают потренироваться. Блин, обидно, что из наших никто не пришел. Ну, это вообще жесть какая-то. Да, сейчас бы вылепил. Кстати, Гена там в тимспике сидит. О, блядь, очнулся. Одинокий такой, наверное, не знает, что делать. Танк СФ на связи. Ну, он проебал с пушкой. Я Гаста еще видел. Танк СФ приняли, смещаемся. Руф тоже грозился, но не записался. Ну, я Руфу в личку написал, но не знаю, если он так и не ответил. После того, как доедете, не забудьте на себя метку обновить. Противника пока не видно, да? А, Терезе, это напиши Гене, чтобы он это, если хочешь, это, если он все настроил. Что? Пускай Гена попробует на тестовый сервер, на тренинг заходить. Повтори, ты прерываешь. Пускай Гена попробует заходить на тестовый сервер. Пока да, не на пускай настраивается, если идет следующую миссию. Все спокойно на текущей позиции, точки Фокс, наблюдаем юг и на запад. Подери, этот вездесущий звук нефтекачалок. Даже в танке достает. Да, кстати, как он меня задолбал. Плюс один. МДЖ, что ты говорил мне написать? Гене, напиши, чтобы проверил на подключаемость к серверу. Принял? Что написать? Подключался, чтобы к серверу? КБ на связи. КБ на связи. КБ на связи, у вас очистка тоже. Да, наблюдаем все от юга до запада, все чисто. Вы Муладост видите? Майк, не используй чат. Я понял, что написать, но что написать? Чтобы он попробовал зайти на тестовый не понял, сервер. Мы не видим. Понял. Удаха слышу. КБ сместить. Извини, Будах, ну. Смотрите, пожалуйста. В технике тем более нормально. Принял. Написал.
Блин, этот радарчик, это такая забавная штука. Кого-то не слышно вообще. Блин, теперь я еще Аймеров слышу. А, в смысле? Камера, учитывая то, что рельеф может перекрывать связь по... Танк СФ, прибыль на позицию. МЖ, если наступит жопа, командуй мне этими командами желтыми тогда. Ну а другого варианта нет, я тебя не слышу, я вот только слышал вот это. Ну ладно, попробую. Ксерон, слышишь меня? Он ха-ха за последние пару минут только и сказал, все. Он мне последние пару минут пытался передать, чтобы я что-то сказал Гене. Я этого не слышал. Это было давно, и большую часть времени он потратил на написание этого в чат. Просто проблема в том, Рейзер, что при переключениях вот эти вот рации происходит срабатывание команд туда-сюда. А, тогда, если что, наверное, если Будах хорошо слышит, то пускай Будах командует, куда ехать. А Будах меня хорошо понимает? Я, блядь, не... Да, я... Да, я все отлично слышу. Ну, да, лучше да. Давай ты на командире. Ты уже с ситуацией знаком, и тебе ПДВ привычней. Ну, как привычно, первый раз. Я тоже в плане общаться с ХК. А я даже не знаю, как он с ХК. Red Hammer вроде бы. А Рейзи, так отсюда вообще гору видно было? Ну, что на них кто выкатывается. Какую? Ну, которая на 205. Нет. Дальнюю вершину нет. Так, а какого-то я смотрю? Блять, траханный акр. Да что такое-то, Рейзи? КБ на связи. Это КБ на связи, осматриваю молодост, все чисто.
Хаммер, прием. Слышно меня, да? Слышу тебя. Странно. Не слышно дежурных шуток про обход через Черноруссию. Похоже, они не умеют. Наверное, они сейчас обходят через Черноруссию. Спорим, они пытаются МГС зацепить к Чинуку. А вы, батенька, шутник. Я сошел с ума, мне нужно... Мне нужна окра. Мне нужна окра. Нифига. Жук один на связи. Рейзи, тебе нужен командирский пендель. Положите обстановку. Это Жук один, у нас полная тишина. Тихо, как в могиле. Только один машину, они на позиции судят. Как в могиле с рацией. Как могиле. ТРК меня слышит? Слышу, да. Вы на всю полосу сторож залезли? Да, почти на верхушке. 2 минуты и мы наверх. Я уверен, что во всем виноват этот сраный радарчик. Да, радар просто нафиг ложит сервер. Особенно учитывая, что он целиком и полностью на клиентской части обсчитывается. Ага. Я все выключил, все, думаю, я погасил сервер, я погасил вообще все. Осталось только убить все клиенты в сети, кроме моей машины. Я уже чую, какие будут визги на форуме. О, крах, хуйня. Эх, сейчас бы ганг бы радовался, поиграл. ГБ на связи? Плюс много. ГБ на связи. Во-первых, играем с саммерами, еще и покрасим. ГБ, вы 23-26 своих позиций не видите? Сейчас. Квадрат, дайте, пожалуйста, на точку. Рэзи, у нас контакты первые пошли. Это первый ПТРК, над нами вертолет тоже. Принято первый. Я как раз
кофейку успел сделать. Рейзи на месте. У нас контакты пошли первые. В районе Макара. Внимание, три чинука следует на север, от, на западе от нас. Чё это они так близко подобрались? Три чинука движутся на, этот, на север. На юге от нас летят на запад. В западе Нагара три чинука пролетели на север. Два чинука. На 163 мы обнаружим. Боб, повтори. Да ёпта, что-то свои. Все, я понял, свои. Внимание, они все высаживаются здесь. Метку поставьте. Пытаюсь пока добавить эту TeamSpeak. Первый путь исключения второго может поможет. ГБ на связи. Мы на связи. Вы не видели, где высадились чинаки? Нет, мы не видели, вы видели только как летели в сторону Батарка-1. Примерно метка стоит. Переспускаю TeamSpeak. Давай. Так, подбили один с Птура. Так, это Радыгал, я на связи отходил, у меня все чисто, мухи не пролетал. Подбили чинок с Птура. Принят, подбили один, обозначьте место, где так, они вышли. Так, меня слышно сейчас? Да, слышно. Принял. Сейчас отмечу, заряжаю. Короче, первый ПТРК сбил один чинок с Птура. Ох, жесть! Отличное начало. First blood. Это танк СФ, Джабал Сараш, не наблюдаю. Сейчас, сейчас отмечу высадку. Высадки нет, чинуки не приземлялись, они зависли, мы одного, один сбили. Принято. Отметьте свою позицию на карте. Позицию, где вы сбили чинок. ТГБ, вертолет возвращается. Внимание, отметим вбитый а чинок, отметим свою позицию. Еще один тут кружит, ушел. Где ты едешь? Я вижу... А, натуре... Это я сменили позицию. Я опять не слышу, ой, бэй, они до Росмана-то вообще дойдут? Нет. ГБ, сместитесь на Сангинах, осмотрите Джалаур. Никуда они не дойдут, мне кажется. Хотя, кто знает. И еще пока не заметили ни одного страйкера. Так что, все еще впереди. Сейчас будет для вас новая метка смещаться. Чинок, наверное, специально был задействован для отвлечения. Куда, куда смещаться? Сейчас будет. Да, и скорее всего, чинуки были уже пустые. Да, согласен. Штаб ДГБ, повторите приказ. ГБ, стоит новая метка, смещайтесь туда.
принял. Фокс на связи. Странно, что Фокс не отвечают. Фокс не отвечают? Да. Фокс на связи. Молчат. На карту такой. Метку поставь. Поставим на карту метку. Не, зачем? Если не отвечают, либо на то есть причины, либо не отвечают. Редыгл на связи. Редыгл на связи, прием. Редыгл. Вы на востоке не наблюдаете никакого движения? Нет, на востоке все чисто. Камер, вариант отправить чувака с ДВшкой на УАЗике. Единственный способ проверить, о невозможных камнях на костре. И давай не ловить. Мощность прибавьте у ДВшек, мощность на максимум. Пустынцы, они могли провернуть СФ какой-нибудь маневр. Так, а где тут мощность ВДВ? Сейчас как раз сам ищу. ГБ? ГБ на связи? Города с юга, техника какая-то едет. Так, смотри, вызываешь интерфейс рации. Так. Свои ГРФ приехали. Жмешь клавишу 8, PGM. Угу. Жмешь Enter. Мы тут. Стрелочками вправо-влево листаешь до Power. Щелкаешь Enter, точно так же стрелочками устанавливаешь мощность. Это который New, да? Да. И... Ну, там 20 тысяч, так, по-моему. Так, это танк СМ, зависит трекер разведки, сейчас будет метка. Будых, если я перезайду, меня выкинет, да, я не смогу встать на связь. Фокса на связи? Да, на связи. Куда? Уложите обстановку. Не знаю. Блядь, Так, танк СФ, заметьте, 2 МГС, 3 страйкера. Как приняли? Танк СФ, заметьте, 2 МГС, 3 страйкера обычных. Западнее Лализара. СФ западнего Лизара, да, обнаружили 2 МГС и 3 обычных страйкера. На связи. Северо-восточный от вас стоят 2 минки МГС, смещайтесь и уничтожьте их.
У нас одна ракета только. Вынести хотя бы один МГС. На связи. Оп, на связи. Боб в проебе. Танк Боба на связи. Танк Боба, смещайтесь, место рождения на гора 1. Все, запомни, пошли. Как приняли. Танк Боба, вы приняли приказ? Боб, ответь. Это танк Боба. Это первый ПТРК, я не вижу тут МГС. Боб, ты слышишь приказ? Тебе говорят, что ты сместился в Нагару-1. Это танк Боба, мы движемся к Нагаре-1. Принято. Первый ПТРК, на указанных метках противника нет. Видим, следы за нами. Я не вижу там никого. Танк СС, вы наблюдаете противника? Нет, не наблюдаем, они проскочили. Печалька, Майк. Танк Боба на связи. Вижу. Танк Боба, тормозните на севере от Шмалина, на гора 1 не выдвигайтесь. Кто теперь на Меквода? Приняли. Я, наверное, кто? Танк СФ, вы со своей позиции на гора 1 наблюдаете? Мы на... У нас связь со стрелком нет, мы наблюдаем танк, но не можем. Все, работаем, работаем по страйкерам. Обозначьте их, где они находятся. Майк, тогда можешь тебе пересесть? Я пока на командире наблюдаю, что за контейнер у нас. Танк СФ, если есть возможность, обозначьте. Да против. Ничего, если что, я посмотрю. Ведем бой, некогда. Забудь там ДВ настроить. Ага. О, Рейзи выпал. А, у меня нет здесь ДВ. Ну что ж, дерьмо случается. Да, так точно, Буда, так точно. Окей, беру тогда на себя командование. Принял вас.
похоже, нам не останется пострелять. Один хрен миссия ловучая. Даже с пониженной настройкой дальности. Ладно, я пока на командира осмотрюсь. Давай. Я снял с рейзи немного бинтов, там, колов. Там загрузил. Счет там на севере уже хорошо зарыт. Да, на севере там, точнее на западе, там сейчас мясо. Нас там не вызывают подраться. Что? Нас там на драку не вызывают? Нет, по нам пока вообще никаких запросов. Скукота. Доедем. 22-26, метка стоит. Стоп, секундочка. Что такое? Ты сейчас внутри? Да, внутри. Высунься или вылези. Так, все, давай внутрь, поехали. Медленно вперед.
еще вперед. Я сейчас вылезу в бинокль, посмотрю. Нет, не надо. Ты лучше медленно-медленно выбирайся наверх. Так еще вперед. Стоп. Это Жук-1, да, западную часть аэродрома наблюдаем, противника пока не обнаружили. Никак нет, дыма не наблюдаю. Ну да, проверка юг, на всякий случай. Высотки там подобные. Что? Проверь юг, на всякий случай. Юг и юго-восток, что такое. Нет, там ничего. Какая-то странная у них атака. Да нет, нормально пока. Они просто очень большие потери понесли еще на подступах. Сейчас они, скорее всего, перегруппировываются. О как. Да, эти янки странный народ. Да нет, правильно, в принципе. Ну они полностью отдаются игре, похоже. Весь тактикул и стратегия. Они от этого получают фан.
Боб, кажется, работает, или ТСФ работает. Откуда? Не знаю, с правой стороны слышал выстрел из танка. Ну, вроде бы Боб. Alt Shift U. Слушай, там метки аж на нуре прямо. Интересно, у нас какие потери? Да похоже минима. Да похоже минимальная. Ну я тебя и так хорошо слышу, нормально. По крайней мере, по-моему, я не слышал докладов о уничтожении еще никакой нашей техники. Ну техника-то хрен с ней, мне по пехоте интересно. А пехоты там не было. Один танк. Боб. В общем, Майк, нет у них теперь бронетехники. Ну есть только страйкер СМ2. Ну да. Ну джавелин еще есть, как опасность. Да, но джавелины не так быстро передвигаются. Если они их вообще выгрузили из техники. Слушай, как-то скучно мне. ДВО у тебя никак не включается? Нет. Оно тупо не прикручено к водительскому месту.
все еще чинук набитый пехотой летает. Не умеют парни лговать, не умеют. Ну, тут нужно сделать скидку на то, что у них несколько другого плана миссии играют. Ну, в принципе, это наша тяжелая миссия, по сути. В принципе, это, по-моему, последняя миссия, которую мы выиграли за последние несколько недель. А, ну, это смешанная сторона. Нет, я имею в виду на прошлой или позапрошлой неделе. Именно в эту миссию мы и выиграли. А, понял про что. Играя за эту же сторону. А разве армия Red Bull? А, да-да-да. Опа, заметили пехоту с джавелинами в аэропорту. Ух ты. Пиздец, Бобо. Нет, Боб там сильно далеко. Ты давай, если увидишь пуск, уже пуск, то это, кричи, сразу на выход выходим, ну его нафиг. И забери медикаменты с танка. Если я увижу пуск, я отправлю фугас. Ну, фугас отправляешь и выпрыгиваешь. И не забудь сказать, что пуск. Нет, не выпрыгиваем, сдаем назад. Так мы от него не уйдем, от Живелина-то. Он же сейчас вверх летит. Сначала вверх летит, а с неба уже приземляется в цель. Жук один на связи. Находится немного за границей видимости, метров на 100-200. Что такое, ты видел пуск? Нет. Все-таки лучше бы, чтобы Рэзи оставался на командирском месте, так бы он хоть стрелять смог. Да-да-да. Слушай, нужно сместиться куда-нибудь западнее, чтобы осматривать позицию пехи с джавелинами. То есть вперед, да? Да. Ну, Буда, хочешь тише, дальше будет только спуск. Причем нас явно обнаружат сразу пехи с живолинами. Хотя не знаю. Ну что, я поехал вперед? Нет, стой, тут где-то чинук заметили. Хэко, это жук один. Где был замечен чинук? Так, давай вперед. Стоп, стоп, стоп. Ох, фрагает в водах.
Слушай, Будах, ну это точно Вин. Это Жук-1 отработал по высадившемуся отделению. Никак нет, находится за дистанцией прорисовки. Так, давай на высоту на 250. Ту, что за дорогой, да? 200. Да, на 250. Штаб, это Жук-1. Приближаемся к городу. Выйдем на высоту 21.50. Попробуем оттуда накрыть точку пехоты с джавелином. Стоп. Смотри, там много пехоты входит в город, написано. Южную часть. Жук-1 обнаружил пехоту противника в точке. Много пехоты входит в город. Отработал. Thank you.
Так, Майк, давай сместимся южнее. Так пойдет? Или еще надо? Если возможно, еще южнее. Хватит. Ой, Майк, поставь пока на нас метку. Уже поставил. Штаб, это Жук-1, заняли позицию, осматриваем южную часть города. Поставили метку. Опа. У Боба обрыв связи. Смотри, перед нами пехотинец бежит. Прям под нами, прям он. Бежит это в домике. Видишь его? Где что? Вот прям перед нами пехотинец бежит куда-то в домике. Смотри, сбегает. Видишь, слева, 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 в левой домике. Левее, 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 вон, в домик большой. Свой. Жук-1, приказ не принял. Повторите.